кто вандалы? Это всем уже понятно! Те уроды, что ломают сплошь везде! Все изувечить, им особенно приятно! Разрушить памятники, изморать в дерьме! Думали, и вот придумали такое! Сделали антивандальные лифты! Это дело даже очень непростое! Но на такое власти города пошли. Мол, лифты эти вандалы не сломают. И сломать лифты практически нельзя. Власти антивандализму доверяют. Лифт антивандальный просто удался. Может, дом антивандальный нам построить. Магазин антивандальный нам открыть. Антивандальные дороги все устроить, антивандальную всем совесть прикупить, антивандальные нам праздники затеять, антивандальных нам людей изобрести, против вандализма все нам переделать, антивандальные структуры запасти, монастыри антивандальные построить, Дзержинский против вандализма крестный ход. Короче, всех против вандалов перестроить. Антивандальный назовем мы этот год. Антивандальные леса, поля и реки. Питомник против вандализма сделать наш. Чтобы вандалы абсолютно все исчезли. Антивандальный будет наш тогда реванш.